лицо, то есть неудобно фоткаться. Я так чисто съемочку сделал. Блин, Зай, а мы все выше и выше будем подниматься. Ты на высоте была хоть раз? Ну, высоко, это высота очень большая. Там вон русалка. Почти живая. Уже давно замерзла. А тут гулять можно, видишь? Ну да. Да, а, ну тут же гулять можно. Сказали, можно уточек покормить. А назад она быстрее едет. Ну, еще назад. Это высоко, пипец. Ты боишься высоты? Да это очень высоко. Тебе страшно? Ну, конечно, стрёмно. Нет? Ну, конечно, дух захватывает, обалдеть. На чем она едет вообще, держится? А? На чем она держится вообще? Прикреплена как-то, да? Ну, а пешком идти, ты представляешь, мы с тобой... Да пеш, а что пешком? Вот по камням тащись, ну, тащись. Да, ну кажется тебе долго. Мы еле-еле едем. Смотрим, ну что, со скоростью такой едем быстрой. Мы же не быстро едем. Е-е-е-е-е-е. Высота пипец. Почему нас трясёт? На, ём, потому что мы поднимаемся на вот этот уровень. Да. Умиротворённая музыка вот эта. До креста не дойдем? До креста дойти можно. Да? Да. Там да. Сфоткаться можно. Ну, конечно, ты что? Самое важное сходить. Сейчас с Гинджика будем проезжать, а хоть это его приближу. Какая красота. Долго ехать очень. Привет! Какая красота, да? Ну, вот, да я тебя уверен, что пешком здесь можно тоже ходить. Ну, да, да. Да, здесь можно пройти пешком, вот здесь как раз дорога есть. Там до Геленджика еще далеко. Ой, подъем пошел, чувствуется прямо.